В рамках года педагога и наставника в КЧГУ имени Умара Алиева прошли 19-е Кирилло-Мефодиевские чтения. Всероссийская научная конференция, посвященная просветителям, собрала участников из различных регионов России. О работе научного форума Алихан Лепшоков. Вот уже с 2004 года Всероссийская научно-практическая конференция собирает в стенах вуза представителей правительства и духовенства республики, ученых-языковедов, научных работников, студентов. И в этот раз 19-е Кирилло-Мефодиевские чтения собрали многих ученых из разных регионов России. Сегодня не просто день славянской письменности и культуры, но и день патриотизма, так как русский язык объединяет всех жителей нашей многонациональной страны, отметил, открывая мероприятие, исполняющий обязанности ректора КЧГУ Таусултан Узденов. Вот уже полтора ста лет на культурном пространстве Российской Федерации, сперва Российской империи, Советского Союза, сегодня Российской Федерации, Карачаево-Черкесии, культурный человек, образованный человек, и все, что у нас ассоциируется с просвещением, связано с русским языком, с русской литературой. Также от имени мэра Карачаевска всех участников конференции поприветствовал его заместитель Азрет Караев. Русские просветители Кирилл и Мефодий подарили нам уникальный язык, который объединяет множество народов нашей страны. И сегодня подобные мероприятия позволяют не просто окунуться в историю становления кириллицы, но и познать сакральные ее смыслы, отмечали участники Кирилло-Мефодиевских чтений. У нас 5 газет выходят в нашем доме печать. Они говорят о... на разных языках, говорят о разных народах, но они все написаны на кириллице. И то, что в нашей многонациональной республике все наши проживающие народы могут сохранить свою культуру, свой язык, свою идентичность, а это архиважно в мультикультурном социуме. Это происходит благодаря тому подарку, который нам сделали святые Кирилл и Мефодий. Доклады участников пленарного заседания конференции были посвящены роли братьев Кирилла и Мефодия в становлении русской письменности, роли языка в становлении гражданской позиции школьников, а также о практике преподавания русского языка в школе и в вузе. Помимо пленарного заседания, работа конференции продолжилась и в секционной части. Научный форум позволит ученым обменяться профессиональным опытом со своими коллегами из разных регионов страны. Алихан Лепшоков, Аслан Герюгов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.